Хуан Сяоюй, когда ты собираешься спросить его о Дай Луне? Сейчас неподходящее время. Почему? Потому что он кажется несчастным. Почему? Я не знаю. Знаешь, босс такой непредсказуемый. Ты все равно должна спросить. Босс, твой чай остыл. Давай свежего налью. Не надо. Как потренировался? Устал? Давай сделаем массаж. Убить меня хочешь? Прости, я легонечко. Не надо. Тебе что-то от меня нужно? Босс, ты такой проницательный. Ну, ты знаешь, да, Илуни? Создатель игры «Новый континент Доулу». Да, знаю. А что? Можешь устроить нам встречу? Мне нужно кое о чем спросить его. Стоит ей заговорить о новом континенте Доулу, как она начинает с ума сходить. Боже мой, неужели опять? А что ты хочешь узнать? Это личное. Личное? Так можно? Конечно, могу. Но как твой босс, я должен знать, что спрашивать собралась. А зачем тебе? Потому что Дай Лунь мой босс, а я твой босс. Если хочешь задать вопросы моему боссу, я как твой босс имею право быть в курсе. Так что ты хочешь спросить? Ты меня совсем запутал. Мне просто нравится игра «Новый континент Доулу». А недавно я обнаружила в игре серьезный баг. Вот и хочу рассказать об этом Дай Луню. Если кто-то другой узнает, это и на тебя, как на представителя, повлияет. Поэтому можешь нас познакомить? Если захотела с кумиром встретиться, зачем столько оправданий придумала? Мне нужно подумать. Все зависит от твоего завтрашнего поведения. Завтра? Почему именно завтра? Если не хочешь мне помочь, так и скажи. Хуан Сяоюй, подарок мне приготовила? Пока нет. Я же не знала, что у тебя день рождения. Да как такое возможно? Ладно, я понимаю. Делаешь вид, что не знала, чтобы сюрприз устроить. Хуан Сяоюй, играть ты совсем не умеешь. Но я правда... Я хотела чуточку тебя помучить. Видишь, я так и думал. Какой я умный. Идем. Ничего страшного. Я еще успею купить ему подарок. Ты куда? У меня поручение. Думаешь, я не знаю, что ты задумала? Иди. Здорово. Присмотри за ним тогда. Будет сделано. Ну что, Сяоюй, тебе нравится? И босс, мне очень нравится. Розовый цвет мой любимый. Раз нравится, дарю тебе. Правда, босс? Ой, ты такой лапочка. Ты мне бонус даешь, еще и подарок. Так значит, тебе такие хорошие боссы, как я, не встречались еще? Босс, тебе чего? Мы убрали все подарки от фанатов. И уже вернули им деньги. Хорошо, понял. Можешь идти. Хорошо. Кстати, розовый платок очень симпатичный. Но я же знаю, что ты не любишь розовый. И твои фанаты это знают. Я думаю, розовый очень миленький, а ты лезешь не в свое дело. Это доставка? Сам что ли купил? Ага, и что? Решил девушке подарок сделать?